Привет! Как вы уже поняли по названию этого видео, мы сегодня будем с вами заполнять развороты ежедневника на февраль. И я радуюсь, наверное, так же, как и вы, если не больше, потому что мне тоже очень нравится эта тема. Я очень люблю заполнять ежедневники, люблю всякие штучки интересные придумывать каждый месяц, что-то новенькое добавлять. Если вы на моем канале впервые, то привет, меня зовут Наташа, и мы уже оформляли ежедневник на прошлые месяцы. Обязательно посмотрите это видео, эти видео, их там несколько. Потому что каждый месяц я не просто делаю развороты там на неделю и календарь на месяц, я еще добавляю всякие интересные штучки, фишечки, листочки, развороты, которых вообще вы больше нигде не найдете, так что обязательно посмотрите, там потом плейлист вылезет в конце этого видео, можно будет перейти и открыть интересующий вас месяц и посмотреть видео, можно все посмотреть, это вообще будет круто. И напоминаю про свою идею о том, что я хочу, когда у меня будет 3000 подписчиков на канале, сделать конкурс, розыгрыш на такой же ежедневник, как у меня. Он с цветными листочками, он очень классный, очень удобный, там листы не просвечивают, на нем офигенно круто писать. Вместе с твердой обложкой там есть еще и такая прозрачненькая обложечка, так что вообще можно в огонь и в воду с ним, так сказать. Если вы хотите, чтобы этот прекрасный момент розыгрыша скорее настал, то подписывайтесь на канал, чтобы уже было на нем 3000, заветное число. Ну и давайте уже приступим к заполнению. Каждый месяц я делаю развороты в разном стиле, потому что веду ежедневник с ноября и люблю пробовать новое. В этом месяце первый разворот мы с вами оформим в самом конце, а пока давайте посмотрим на то, что я уже заполнила. На этом развороте слева у меня название месяца, маленький календарик с отмеченными важными датами, дни рождения знакомых в феврале и трекер привычек. Он маленький, но сюда я внесла очень много вещей, которые буду отслеживать. На развороте есть и мотивирующие фразы. Раньше я редко их писала, но поняла, что зимой особенно в них нуждаюсь, когда все делать лень. Справа первая неделя февраля, состоящая из трех дней. Ну и окошки для погоды я делала также в январе, и это очень удобно. Дальше разворот сразу же на вторую и третью неделю. Его украсила любимыми наклейками с AliExpress и выделила дни недели маркером. Следующий разворот будет с единорожками, как мне предложили сделать в трансляции, и заполню его с вами, как вы меня тоже просили. Я уже наметила все карандашом, теперь обвожу нужные места маркером и дальше раскрашиваю акварелью. Кисточка у меня необычная, а с водичкой, покупала тоже на Алиэкспрессе, очень удобно. Кстати, все ссылки, как обычно, в описании. Ну, под видео. Разворот на последнюю неделю также раскрашиваю, а идею верхней картинки я увидела в инстаграме у Туси. Мне почему-то очень нравится, как здесь получилась гора со снегом. Справа у меня трекер сна и настроения. Решила все-таки еще раз попытаться записывать свой сон, но на этот раз справа сделала окошечки для того, чтобы отмечать свое настроение. А потом я увижу, зависит ли мое настроение от того, сколько и когда я сплю, и так я пойму, в какие часы мне лучше засыпать и просыпаться. Сбоку пишу заголовки, события, дела, встречи. Последняя страничка называется One Line a Day, то есть одна строчка в день. Смысл в том, что каждый день ты кратко записываешь, что произошло и что ты испытала. Не знаю, насколько это полезно, но думаю, это будет приятно почитать через какое-то время. Ну и вернемся к первому развороту. Здесь все как раньше. Слева календарик, расходы и дела, еще одна мотивирующая фраза, а справа название месяца. Картинку я заранее нарисовала на листе бумаги, добавила золотые снежинки, приклеила на страничку и подписала Taste of Winter – вкус зимы. Единорог тут как раз как бы намекает, что дальше будет разворот с его семейством. А теперь мы делаем ужасное. Мы режем ежедневник. Для этого я и оставила место по бокам. Отрезаем и смотрите. Получилось, что каждую неделю слева нам будет виден календарь, а справа события, дела и встречи. По-моему, это очень круто и удобно. We'll be right back.
Ну вот и все. Спасибо, что были со мной. Хочу напомнить про, конечно же, мои инстаграмы. Их два. Один основной, другой секретный. Кто про это знает, тот молодец. Кто не знает, смотрите обязательно, что там такое. Там я рассказываю секретики своих видео. И, кстати, в этом секретном инстаграме я часто провожу всякие опросы. Очень хочу сделать видео, типа подписчики управляют моим ежедневником, чтобы вы сами выбирали, как развороты будут выглядеть, ну, некоторые их детали. В этом инстаграме я также всегда говорю о том, что скоро выйдет новое видео, и говорю о том, когда оно будет, чтобы вы ничего не пропустили. Или, чтобы вы ничего не пропустили, можно нажать на колокольчик, конечно же, как все и говорят. Короче говоря, есть такой колокольчик, вот он там где-то внизу, можно на него нажать, и тогда, когда следующее видео мое выйдет на канале, вы получите уведомление и сможете первым посмотреть и написать «Я первый!». Кстати, мы тут ищем видео нутелки. Если вы видели нутеллу, стикер маленький такой с нутеллой, то пишите время его появления в комментариях, и тогда вы попадете в следующее видео. А в видео, которое называлось «Вторая неделя влогов», тоже был стикер с нутеллой, и первой его заметила Дженни. Привет, Дженни! Так странно передавать тебе привет через камеру. Дело в том, что Дженни вообще моя подружка, и мы с ней и так в Питере видимся. Ну и до встречи в следующем видео. Пока! Довольна всегда.